прилагательные, характеризующие девушку на английском. Действительно, давайте разберем интересные, полезные прилагательные, с помощью которых можно описывать девушку, да? Итак, посмотрим. Beautiful. Красивая, например, she's so beautiful. Она такая красивая. Kind. Добрая. It's also a very important quality. Это также очень важное качество, да? This girl is very beautiful and kind. Эта девушка очень красивая и добрая. Счастливая. Happy. I'm happy with this girl. Я счастлив с этой девушкой. Ну, далее достаточно нестандартное, может быть, прилагательное, но, тем не менее, это имеет, прилагательное имеет место. This adjective can take place, especially in our modern world. Особенно в современном, нашем современном мире. Financially independent, финансово независимая. Например, this girl is financially independent. Финансово независимая. It means that she doesn't need money from a man. Ей не нужны деньги от мужчины. She needs only love. Ей нужна только любовь. Maybe friendship, дружба. Maybe relationships, отношения. And so on. И так далее. Sincere. Искренняя. She is so sincere. Она такая искренняя. It means, это означает, she always tells you the truth. Она всегда говорит правду. It's also very important. Это также очень важно. Далее. Open. Открытая, да? В принципе, синоним слова sincere. She is so open. It implies, это означает, she says what she thinks. То есть она говорит то, что на самом деле думает. Easy going. Легкое в общении. You can say, можно сказать, she's very easy going. She's very easy going. It's very easy to talk with her. Очень легко говорить с ней. It's a great pleasure to talk to her. You feel really very comfortable. Ты себя очень комфортно, when you talk to her. Reliable. Надежная. You can rely on her, because she is very reliable. You can count on her. Вы можете рассчитывать на нее. She'll never let you down. Она никогда вас не подведет. She is faithful, да, она верная. Это десятый, да, faithful, верная. She is only with you, not with other boys or with other men, с другими мальчиками, парнями или мужчинами. Honest, честная. Как говорится, honesty is the best policy, да, честность лучшая политика. Ну и еще некоторые. And let's study some more adjectives. About appearance, да, о внешности, да. Значит, attractive, привлекательная. Значит, she's so beautiful, она такая красивая. Or you can say, вы можете сказать, she's really attractive. Она действительно привлекательная, да. She attracts, она привлекает. She attracts your attention, она привлекает ваше внимание. She's pretty, she's a very pretty girl, она очень приятная девушка. Good looking, хорошо выглядящая, да. Значит, good looking. Также мы говорим о парнях, да? She thinks he's good looking. Она думает, что он симпатичный. Gorgeous, прекрасный, да? То есть she's beautiful, can say she's gorgeous. И так далее. И fashionable, да? То есть современная, модная. Her clothes are very fashionable. And you really like it. И вам действительно это нравится. Ну, все замечательно. Далее мы еще продолжим. We'll go on, мы будем, we'll go on training, будем продолжать тренироваться, we'll go on practicing, we'll go on speaking, we'll go on listening, and so on, because we are full of energy, мы полны энергии, и мы будем заниматься, and we'll study, thank you, bye.